что-то знаете про Горького? Я не знаю ничего, я здесь турист. Без понятия. Я первый раз здесь, так что извините. Вы не местные, мы вообще ничего не знаем. Мы приехали из Пятигорска, мы ничего не знаем. Как масло? Фантаст? Ну, писатель или шоколад, смотря какие вкусы. Блин, видите, он же написал? Ну, там гордо реет, буревест, темный, и подобное. Я на самом деле, когда такие вопросы задают, тебя немного в ступор обливают, и ты чувствуешь себя дурачком. Гордо реет, буревест. Знаете, почему метро названо Горьковское? Балабол. Балабол. Почему станция метро Горьковская построена в форме летающей тарелки? Какая здесь связь? Вот как вы думаете, какие версии есть? Не знаю, думаю, что же с буревестником связано? Может, Горького как-то связан с НЛО, я не знаю. Какой-то футуризм был, наверное, в головах людей, которые планировали. Вот тут вообще никаких версий на самом деле. Возможно, это какая-то горечь непознанного космоса. А, вот метро. Это вот я немножко сейчас, может, исполнюсь. Я слышал такую версию, что он был инопланетянин. Горький? Да, Горький, да. Нет, он был Пешков, Алексей Максимович. Да, мы с ним с одной планеты, и на этом закончим. Спасибо. Спасибо. Седое равнины моря, ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордореет буревестник. Черной молнии подобный, черной молнии подобный. То стрелой взмывая к тучам, он кричит, и тучи слышат радость, смелом крике птицы, смелом крике птицы. А Максим Горький был инопланетянин и прилетел к нам на летающей тарелке. Пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике, слышат в этом крике. Чахи стонут перед бурей, стонут и мечутся над морем, и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей. Thank you.